Привет, друзья! Сегодня у нас небольшой обзор нового компрессора фирмы NewWire, всемирно известный. Эти компрессоры любят в Америке, в Европе и так далее. Вот к нам он приехал. Это совершенно новая модель. Что я могу сказать про его конструктив? Как мы видим, подключается он сразу напрямую, то есть у него адаптер уже встроен внутрь системы. Вот небольшой гул, это как раз вентилятор адаптера работает сразу после того, как мы его подключили. Компрессор классный, компактный, совсем узенький, порядка там 16 сантиметров в ширину. Здесь есть реле автостоп, то есть мы выставляем давление, вот, например, там на 300, как максималка у винтовки Леший 2. И после достижения этого давления компрессор прекращает свою работу автоматически. Когда же мы нажимаем кнопку Power, мы уже слышим, как работают вентиляторы самого компрессора, охлаждающие. Сейчас я отключу, чтобы не мешало. И при работе даже 7-10 минут, то есть весь цикл заправки, компрессор не нагревается выше 30 градусов, даже в помещении, где 25, как сейчас, например. Вот. На конце шланга, как и раньше, Foster. У наших портативных компрессоров сброс давления, то есть винт сброса давления находится на шланге и с моделью с реле на корпусе. Здесь на корпусе, то есть ничего нового. Для заправки винтовки Леший идет в комплекте вот такой штуцер, но с резьбой. Как мы видим, вот здесь мы на резьбу накрутили переходник G1/8 Quick, чтобы совместить это с родным фостером от компрессора. Защелкиваем как раз два. Вставляем. Завернули вентиль сброса давления. Включили Power. Выставлено 300 атмосфер. И компрессор работает и прекрасно качает. Также его отключили. Давление сбросили, но он еще особо не успел набрать. Вытащили. Обязательно не забывайте просить у нас такие переходнички. Они стоят всего-то ничего. Но если у вас винтовка как СК-19, то есть давайте я вам покажу, что здесь. И как у, например, у егерей, у них идет сразу на квик. Здесь идет сразу квик торчит. И шланг компрессора без всяких переходников на него защелкивается. То есть никаких дополнительных оснащений не требуется. Вот эти компрессоры NewWire Luxury по ощущению качают винтовку быстрее, чем другие портативные компрессоры, и отличаются высокой надежностью, хорошей степенью охлаждения. В охотникам это, а стоят они приблизительно так же, как и все остальные компрессоры 12 вольт. Вот как раз идет блок на 220, он здесь. У него отдельный вентилятор, чтобы ничего не перегревалось. Компрессоры NewWire Luxury 12 плюс 220 вольт в Охотниконет. 0,6 литра. И FX Crown, у него 0,5 литра. То есть все винтовки с большими-большими резервуарами. Выставили давление приблизительно на 250 бар. Заработали сразу вентиляторы. Сейчас мы закрутим справочный болт. И поехали. Поскольку в компрессоре давление уже, соответственно, было, точнее не в компрессоре, а в резервуаре винтовки, он вначале догоняет до необходимых там 200 бар до конца,
а потом уже идет заправка непосредственно с 200 до 250. Это занимает не больше 2-3 минут. То есть компрессор очень хорошо, быстро достаточно заправляет. Вот. То есть даже в условиях тира, в условиях некоторой спешки, этот компрессор отлично работает и помогает, скажем, быть автономным, не зависеть от воздуха в баллоне. Вот уже конец заправки, сейчас он скоро выключится, как мы видим, температура не поднимается выше 25 градусов. То есть, ну, температура помещения, по сути. Он до ней нагревается, до нее. Вот. И сейчас он уже отключится. Сейчас стрелка наденет датчик. И произойдет автоматическое отключение. Пока она до него не дошла еще. Буквально чуть-чуть. Вот. То есть стрелка задела датчик, и компрессор автоматически отключился. То есть следить самому за стрелкой деления не нужно. Это очень удобно.